Вы наверняка помните Олеся Гончара, вы его лично знали, конечно же, классик украинской литературы. В своем дневнике в начале 90-х он написал, цитирую, «Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться, бо метастази задушать всю Україну». Может признать Донбасс временно оккупированной территорией, отгородиться от нее каменной стеной, как вы считаете, сейчас? Сначала о Гончаре. Любой человек на старости лет становится жертвой своих предубеждений. Я на своем веку видел многих очень солидных руководителей, деятелей науки, культуры. И я знаю, что нормальный человек с возрастом вдруг начинает ощущать, умопомрачение. Или перестает ощущать реальность. Короче, я Гончару, если бы была такая возможность, никогда бы не простил этой глупости. Но простим ему, потому что он был блестящий писатель. Блестящий писатель, талантливый и действительно краса и гордость нашей культуры. Но то, что он сказал, это несусветная чушь. А в отношении того, чтобы отгородиться от Донбасса, это худшее, что можно придумать. Это худшее, что можно придумать.